Всем доброе утро. Мы сегодня с Ромкой вдвоем целый день дома. Он выходной, я выходная. И что мы делаем? Убираемся. Я здесь стираюсь. Собиралась убираться на втором этаже. Ромка сейчас будет пылесосить. А потом поедем еще по делам. Надо будет купить все на борщ. Ромка сегодня будет готовить борщ. Пришел помощник, блин. Шок. Как сумасшедший. Чего? Ну чему эти девочка? Так. А я сейчас буду заправлять кровать и разбирать вещи все, которые постирались. Приехали подстригаться. Ромка будет подстригаться на улице. Дождь моросит. Айс-кафе закрыли. Сезон закончился. Ай, какие платьишки. Ой, розовенькая, хорошенькая. Сейчас вам я зайду. Вечерняя, а? Просил у меня показать игрушки новогодние, именно вот которые в магазине продаются, или там украшения, или елки какие-то, я не знаю, ну, наверное, в Глобусе уже есть, сейчас заедем в Глобус, все ж на борщ надо купить еще не покупали, и если там будут украшения, то попробую сделать видео. Тут очень много игрушек, всякие разные, звездочки. Вот этот вот каждый год стоит, и стоит он 400 евро, а стоил 600. Лосенький. Ай, вон какие маленькие игрушки. Ух ты ж какой. Ну, в общем, кому нужны уже игрушки, все есть. Можно приезжать и покупать. Все в розовом цвете. Да, Ром, почти все. Все розовенькое.
Ой, это вообще прям красиво, камин такой. Ну, как искусственный, конечно. Здорово. И елочка, смотрите, какая сверху. Классно. А вот тоже все в розовом. И эти такие штучки миленькие, мышки. Или, ну, да, они медвежата. Взяли укроп, лук, помидоры, паприку, булочки всякие, колбасу, зубную пасту, мясо и капусту. Сегодня будет борщ со свежей капустой. Сколько стоило? Вот цена. А это мясо 4,26, 4,55 и 4,08. У меня прям сегодня праздник. Ромка вспомнил, что ему нужны присоски в его машину, ну, в эту фуру. Он говорит, надо поехать в экшен. Я говорю, ничего себе, ты сам добровольно едешь в магазин. Так что сейчас приехали, он на улице где-то курит. Где? Вон стоит, курит. Сейчас покурит и пойдем посмотрим присоски. Здесь тоже все полно для Нового года. А эти мы так и не нашли присоски. Вот где они могут быть, эти присоски. Коробочки всякие, ленточки. Кабель себе такой взяла. Дозы. Что, нету, Ром? Ну, тогда я тоже не знаю, где тут они могут быть. Ух ты, боже мой, кастрюлечка. Разных цветов. Вот побольше есть. Что такая хлебница? Я вообще думала, что эти присоски находятся вот в новогоднем отделе. Может, там что кому нужно на стекло прилепить, но нету их. Не нашли мы ножек. Ори 99. Крема еще стоят эти улитковые по 1,99. Вот Лореаль есть за 5,77. Алоэ Вера крем, Невея 5,99. Вот. Так, лук, паприка готова, помидоры, капуста тоже, ничего себе ты ее накрошил. И мясо кипит. Вон сколько много борща получилось. Кастрюля здоровая. Ну, закинул Ромка, поставил на медленный огонь. Сейчас еще прикрою, и теперь надо наблюдать за ним. Ну и под конец закинем вот эту вот зелень, лук и укроп. Шедевр у тебя получился. Красиво. Пошел наш работяга на работу. Он хочет на Форду поехать. По пути хочет заехать фельги помыть на машине. Что-то со своей машины берет.
А, брызгалка для фельгов, наверное. У меня вон белье еще постиралось. Вот так и день прошел. Встали, убрались, закупились, кушать сварили, постирались несколько раз. Вот и весь день прошел. Марсель пришел со школы, покушал и все. Вот так все время и проходит. Так что буду развешивать белье. Всем спасибо, кто был смотрел, кто ставил лайки, кто подписывался, да и вообще просто случайные прохожие. Всем спасибо и пока-пока.